Здравствуйте! Гимнастика при гипертонии. Перед тем, как начать заниматься, поставьте на паузу, померите свое давление. Если оно не сильно высокое, или вы выпили таблетку и снизили его, и чувствуете себя хорошо, давайте начинать. Наши занятия будут начинаться с мелких мышечных групп, переходя на средние и крупные. Поэтому, если в любой момент занятия вам станет тяжело, вы можете остановиться и в следующий раз попробовать сделать немножко побольше. Но не делайте через «не хочу» или через «плохо». Все должно быть в удовольствии. Давайте начинать плавно и потихоньку. Руки перед собой, сжимаем пальчики на руках и разжимаем. 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше. Мы сделаем как пинцет. Пощипаем большим пальчиком и указательным 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Средний пальчик и большой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Безымянный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мизинчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И как уточки такие поделаем. Пощипаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все пальчики сразу. Теперь руки перед собой и ладошки вверх, вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И покрутим. 1, 2, кисти 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко передохнули руки. Дальше мы поработаем мышцами маленькими на ногах. Перед собой поставили ноги и сжимаем пальчики на ногах. Сжимаем раз, разжимаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пальчики на ногах сжимаем, разжимаем. Если вам в течение занятия быстро кажется упражнение, вы всегда можете поставить скорость видео немножко медленнее. Давайте продолжать. Разводим носочки в стороны и сводим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пяточки разводим. Разводим пятки. Раз, сводим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекат. Носочки, пяточки. Носочки на себя. Раз, пяточки подняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Фух, мы сделали минимум. Но если вы чувствуете, что вам тяжело и этого достаточно, для первого раза даже можете на этом закончить. Но если вы чувствуете, что можете больше, давайте продолжать. Руки перед собой, ладошки вверх и переворачиваем вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки к груди
И очень важно нам с вами в этой гимнастике добавлять дыхательные упражнения. Уводим локти в стороны, выпрямляем вдох, вниз, выдох себе, ху, вдох, раз, выдох, два, три, четыре, пять. И в другую сторону покрутим вдох, выдох, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь ноги. Поработали локти, теперь коленки. Выпрямляем колено и тянем носочек на себя. Раз, меняем. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И правая нога вперед, левая под стул. Раз, меняем под стул. Два, как можно дальше. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы можете делать медленнее, мы вас чуть-чуть подождем. Хорошо. Мы с вами поработали мелкими мышцами, средними. И давайте подключать более крупные мышцы. Но чувствуйте свои ощущения. Можете делать паузы, можете отдыхать. Но главное не перетруждаться. Можете также послушать свой пульс, ставить иногда паузы. Но кто, так сказать, спортсмен, давайте продолжать. Плечи вверх-вниз и добавляем вдох. Вдох. Опускаем вниз, выдох. Один. Два. Три. Вдох. Четыре. И пять. Плечи вперед-назад. Дыхание спокойное. Раз. Назад. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И покрутим плечи вперед 10 раз и назад 10 раз. Вперед. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки положили на коленки. По очереди поднимаем руку вверх и делаем вдох. Правая рука наверх, вдох, выдох. Все упражнения в той амплитуде, которая у вас получается. Ничего страшного, если рука плохо поднимается. Вдох и выдох. Фу, два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. И спокойно дышим, потянем правую руку вперед, левую назад. Раз, два, три. Четыре. Небольшой поворот. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. Фух. Если чувствуете, что вам хватит,
помните, вы всегда можете остановиться. Продолжаем. Очень важно, я бы даже сказал самое важное, это чтобы у нас с вами кислород пошел к голове, и вся кровь, которая к голове приливает, от нее тоже могла отойти. Поэтому следующее, что мы поделаем, это гимнастика для шеи. Плавно наклоны головы вперед, руки вдоль тела. Наклон. Раз. Два. Вдох вниз, выдох. Три. Четыре. Пять. Растягиваем шею. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Вдох, выдох. Десять. Наклоны вправо-влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. И посмотрим за правое плечо и за левое. Поворачиваем голову, растягиваем хорошенько мышцы, даже подбородок чуть вверх. Чувствуем растяжение мышц. Раз. Тянем с другой стороны. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Немножко встряхнулись, немножко так руки поболтали, подышали. Мы сделали гимнастику для шеи, но нам надо также для шеи наладить отток, то есть чтобы от головы оттекала кровь хорошо, чтобы у нас там не было застоя. Поэтому я сейчас повернусь к вам полубоком, так, чтобы вы видели мою шею. Если руки не достают, ничего страшного, можете промотать эту часть. Но для тех, у кого получится, давайте поработаем. Мы будем с головы сверху вниз гладить шею и прям по плечам гнать кровь. Как из тюбика выдавливаем. Один. Гладим сверху вниз. По мышцам хорошенько. Два. И вниз. Три. Четыре. И прям можно со лба вниз. Пять. Еще прям мнем, так сказать, даже проминаем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Если вам тяжело, руки затекают, можете ставить паузу или делать поменьше количество раз. Теперь массажными движениями, прям пальчиками массируем сверху вниз пять раз. Массируем мышцы, насколько достаем. Один. И прям плечики тоже. Еще. Два. Прям мышцы и вниз. Еще с головы массируем. Можете помедленнее делать, если вам нравится. Три. Немножко руки встряхиваем. Раз затекают, встряхиваем вот так. Четыре. Еще. И пять. И прям плечи себе можете помять хорошенько. И еще разочек. Даже давайте пять раз. Мы погладим сверху вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. У кого руки затекают, можете, еще раз повторюсь, делать паузу. То есть ставить на паузу, встряхивать и делать самостоятельно в своем темпе. Хух, поработали. Теперь у нас будут работать крупные мышцы. Мы поработаем немножко тазом. Поэтому
упражнения уже более сложные, следите за своим самочувствием. И всегда помните, вы всегда можете поставить на паузу или остановиться, просто продолжить потом или начать заново на следующий день. Сели, поработаем тазом. В сторону, раз, меняем, два, меняем, три, четыре, крупные мышцы уже работают, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вдох и на выдохе к себе тянем ногу, выдох, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Немножко откинулись назад, отдохнули, руки положили на живот и подышим животом. Поработаем диафрагмой. Вдох и выдох. Диафрагмальное дыхание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Если чувствуете, вам некомфортно, можете делать меньше 10 раз. Замечательно. Теперь мы сделаем небольшой самомассаж в области груди. У нас за грудиной как раз находится сердце и перикард, и поэтому мы попробуем немножко улучшить кровообращение локально здесь. Можно помассировать вдоль грудины, вот где ребра у нас крепятся к грудине, пальчиками прям помассируйте в межреберьях. В каждом промежутке давайте покрутим по 5 раз, вот нашли, где грудина начинается, и кружочки 1, 2, 3, 4, 5, сантиметрик выше. Раз, два, три, четыре, пять. Еще сантиметрик выше. Раз, два, три, четыре, пять. Еще выше. Раз, два, три, четыре, пять. Еще выше. Раз, два, почти подключиться. Четыре, пять. И по грудным мышцам мы поехали вверх. Вверх, 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 вверх и к плечу. Разочек. Раз, 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 раз и два. С другой стороны обязательно тоже по грудным мышцам. Раз, 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 вверх. Раз, 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 вверх. Хорошо. Немножко помассировали. Вы можете использовать массажный мячик и покатать его хорошенько. Можете каждое межреберье проработать себе и помять. Это будет очень полезно. Дальше. Фух. Дело будет не очень приятное. Но давайте мы поработаем. Это очень важно. Нам в организме нужен, как ни странно, не только кислород, но и углекислый газ. Сейчас мы попробуем насытить наши капилляры углекислым газом, наши сосудики, чтобы почувствовали его, раскрылись, так сказать. Это будет не очень приятно, поэтому делаем аккуратно. Будем делать следующее. Мы будем делать глубокий вдох и задерживать дыхание примерно на 10 секунд. Но если вам тяжело и вы чувствуете, что вам уже хочется воздуха, хочется вдохнуть, не терпите. Может даже 2 секунды, 3 выдержите. Это уже будет хорошо. То есть наша задача, чтобы вы почувствовали немножко недостаток кислорода. Чуть-чуть вот почувствовали, не хватает воздуха. И снова можете дышать. Давайте попробуем. Вдох. И держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10.
подышали. Еще два раза так сделаем. Вдох глубокий, задержали дыхание и не дышим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз напоминаю, если вдруг вы не почувствовали, допустим, что вам кислорода не хватило, вы можете даже больше 10 секунд подержать. Но если вы на 5 секунде почувствовали, что вам очень сильно не хватает воздуха, то можете дышать. И давайте еще один разочек. Вдох. И держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух, дышим. Фух. Замечательно. Вы просто молодец. У нас осталось последнее дело, но самое важное. Если вы чувствуете, что вам достаточно и уже вы натренировались на сегодня, помните, можете всегда остановиться. Но о здоровом сердце, о хороших сосудах и о нормальном давлении без крепких ног, без крепких мышц ног мы не можем даже говорить. Ноги мы тренировать должны. И, конечно, мы должны тренировать икроножную мышцу, чтобы она толкала нашу венозную кровь вверх. Поэтому дальше, следующую часть занятия, мы будем продолжать стоя. У опоры вы можете использовать подоконник или можете использовать стул, как я. Но желательно делать гимнастику у опоры. Первое, что мы поделаем, это перекаты на носочек, на пяточку. На носочек, на пяточку. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можете делать в более медленном темпе. И теперь 10 раз мы поднимемся на носки, не касаясь пятками пола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 раз носочки поднимем на себя. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Фух! Когда вы уже делать будете не первый раз эти упражнения, я вам советую делать упражнения на ноги не один подход, а, допустим, 2 подхода по 10 раз или даже 3 подхода по 10 раз, чтобы мышцы были еще более крепкими. Теперь мы будем делать присед. Это очень важное упражнение, как ни странно, при гипертонии. Я бы даже сказал, чуть ли не самое важное, это присед, приседание. Встали напротив стула, ноги поставили примерно на ширине плеч и будем отводить таз назад, немножко приседаем. Раз, поднимаемся наверх, два. И так сделаем 2 подхода по 5 раз для начала. Работаем вдох, выдох. Раз, два, три. 4, 5. Пауза секунд 10-15, немножко помялись на месте. И сделаем второй подход. 1, вдох, выдох, 2, 3, 4, 5. Опора нужна, чтобы снять часть нагрузки с коленных суставов. Самое важное, колени вперед не подавать, колени остаются на месте, таз уводим назад, спину держим прямо. И, конечно, вы постепенно будете улучшать свои показатели и увеличивайте нагрузку. Делайте не по 5 раз, а, допустим, 2 подхода по 10 раз, а можно даже 3 подхода в будущем делать, или 4 даже, а можно сделать 3 подхода, допустим, по 15 раз. Но не перестарайтесь. Очень плавно добавляйте нагрузку, чувствуйте свой организм. Если чувствуете, что можете опуститься чуть пониже, замечательно. Но помните, у многих моих пациентов колени уже разрушаются артрозом, поэтому обязательно используйте опору. Фух, теперь нам надо мышцы немножко растянуть, напряженные в ногах. Поэтому правая нога назад, пятка в пол, и подержим правую пятку назад и держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другую ногу растягиваем. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух, большущий сделали вдох. И выдох. Если вы справились, все упражнения вам дались легко, конечно, желательно добавить к этому комплексу еще и кардионагрузку. Например, это может быть ходьба, может быть скандинавская ходьба с палочками, а может для начала просто ходьба по отделению или по квартире. Но мне очень нравится велотренажер. В начальных этапах можно его крутить руками, это вот напольный, который маленький, а можно крутить и ногами. Допустим, 2 раза в день, минут по 10, покрутили первый раз руками, второй раз ногами. Это будет отличная кардионагрузка. Давайте немножко подведем итог. Нам очень важно в этом занятии, первое, насытить мозг кислородом, насытить капилляры углекислым газом, в общем, делать дыхательную гимнастику. Первое, дыхательная гимнастика. Второе, это поработать на мелкие, средние и крупные мышцы. Это значит отправить кровь на периферию, чтобы у нас поработали дальние отделы организма, так скажем. Чтобы у нас весь организм работал, все сосудики поработали. Третье, это надо хорошие и крепкие ноги. Без хороших крепких ног, где самые крупные мышцы, здорового организма не бывает. И, конечно, добавить нужно кардионагрузку. Плавно, все постепенно. Я хочу, чтобы вы поняли, даже в самых тяжелых случаях можно начать просто с гимнастики пальчиками и постепенно ее увеличивать, эту нагрузку. Будьте здоровы. И самое главное упражнение давайте вместе сделаем последнее. Обе руки потянем вперед, ладошки повернем и себе похлопаем. Вы просто молодец. И, пожалуйста, просто для меня, для статистики, напишите в комментариях, какое у вас давление. Нету сейчас такого понятия рабочее давление, но у каждого давление свое. Мне это важно, чтобы понимать. Например, у меня у многих пациентов низкое давление, допустим, 90. И если у них давление 120, это у них очень высокое. Я очень вас прошу, пожалуйста, черканите мне ваше давление. Еще раз, будьте здоровы, пока-пока.